Тяжело было психологически, потому что били 3-1 в третьем периоде. Соперник собрался, сравнял. Ну хорошо, то, что мы не сдали позиции, пошли вперед и добили своего. Ну вот как раз при счете 3-3 важнейший сейв совершил. Вот в этот момент как психологически приходилось тебе вообще? Да я уж не помню, какой там сейв совершил. Если честно. После перевода бросал в одно касание, и ты в растяжке так вытащил. Ну, может быть, не помню. Это не главное. Главное, что 3 очка взяли. Так что я этим доволен. Сегодня был какой-то особенный настрой на матч после вот поражения в предыдущей встрече? Да я бы не сказал, мы на каждый матч настраиваемся всегда одинаково. То, что проиграли, это бывает такое. Просто поговорили, собрались, и собрание вчера у нас было. Обсудили все моменты и так же настраивались, как всегда. Во второй половине первого периода и вот в начале третьего как-то вот сбавляли обороты. Это соперник добавлял так резко или что-то с командой с нашей было не так? Ну, я думаю, соперник, да, и удаление, по-моему, у нас там пошли. И поэтому они чуть в темпе добавили. Мы оборонялись и пошли вперед. Большинство пока не ладится, вот что-то в домашних матчах. Есть причины, почему? Не знаю, я думаю, может, команда разбирает уже, как мы в большинстве играем. И как-то по-особенно уже относится к этому. Даже не знаю, как сказать. Ну, вроде большинстве мы сегодня забили. Потом возьмешь. Энкис, по-моему, забил большинстве, если не ошибаюсь. Ну, тоже неплохо. А как себя чувствовал в воротах? Хорошо, физически в плане тоже хорошо. Эмоционально, блин, ребята помогли, подбодрили. Как бы, фу, все хорошо. Прям.